В соответствии с прогнозом, 28 июля на территории области ожидается выпадение осадков местами сильные в виде дождя и града. При выпадении осадков усиление ветра до 18 метров в секунду, в связи с чем прогнозируется нарушение энергоснабжений, обрывы линии электропередач. Оперативный прогноз доведет до всех органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, взаимодействующих экстренных служб. В Главном управлении развернут штаб по контролю за прохождением неблагоприятных метеорологических явлений по территории области. Через единый дежурный диспетчерский службы муниципальных образований осуществляется непрерывный сбор информации. Обращаясь к гражданам Смоленской области, воздержаться от нахождение парковки автомобилей вблизи отдельно стоящих высоких деревьев, рекламных щитов, широкоформатных конструкций. При возникновении экстренных ситуаций обращаться по телефону 112 или телефон доверия Главного управления МЧС России по Смоленской области 34 99 99.